Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия в иллюстрациях. Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карлсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Женщины у гроба Иисуса. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят к гробу. При восходе солнца и говорят между собой, кто отвалил нам камень от двери гроба. И взглянув, видит, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Текст по книге «Библия в иллюстрациях. Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карлсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Пока, пока, до свидания.